Из регионального бюджета муниципальным образованием в 2016 году выделено 180 миллионов рублей на реализацию программы «Народная инициатива». Правда, на этот раз губернатор принял решение не равными долями распределять средства, а обращать внимание на количество жителей населенного пункта и характер обращений. 4 миллиона рублей намечено нашему городу. В этом году данные средства помогут воплотить один из давних проектов по благоустройству – асфальтирование площади перед городским дворцом культуры «Дружба». Этот проект в числе 4 других был выбран из 14. Подписи собирались путем поквартирного обхода, ведь одно из требований программы «Народная инициатива» – за проект должно проголосовать 15% населения муниципалитета. Как итог голосования – 4847 подписей. Большинство голосов было отдано именно за первый проект – асфальтирование площади перед ДК. Значительно меньше собрали проекты по благоустройству дороги к Дружбе и плиточному покрытию перед ДК, а также благоустройство сквера 3-го микрорайона. Таким образом, первый проект он получил подавляющее количество голосов, это 3610. 3610 за первый проект, 521 голос за второй проект, 639 голосов за третий проект и за четвертый, но опять с учетом того, что он появился значительно позже, 77 голосов. Такому решению рады многие горожане, ведь теперь Дворец культуры «Дружба» с недавно открывшимся в нем кинозалом, да еще благоустроенной площадью перед зданием, где появятся дорожки для велосипедистов, развлечения для малышей и лавочки для отдыхающих, станет очередным уютным местом свободного времяпрепровождения горожан. В ближайшее время будет решен вопрос с освещением площади и самого здания «Дружбы». А уж как рады жители первого микрорайона и словами не передать. Вот жил там 40 лет в шестом доме, и вот первый раз площадь эту за нее взялись. За 40 лет? Да. Я жил там 50 лет. В шестом доме в этом районе, где ДК, а так я на Сазоне живу. Она чуть раньше была, 68-го года. ДК построили и площадь. А так вот люди туда вечером, днем, да, масса? Постоянно там движение, масса людей всегда, молодежь, взрослые, дети. То есть действительно это подтверждается? Да, необходимо. Открытым голосованием в ходе непродолжительного заседания Общественного совета города было принято решение запустить механизм реализации проекта «Народная инициатива» благоустройства площади первого микрорайона. Галина Зайцева, Варвара Павлова, Александр Трегубов, «Наш город».